Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Так, откройте колоду. Мы открыли, забрали. Так, сразиться в боях и пройти серию испытаний. Давай быстренько с тобой вот здесь вот черепа... Тихо ты. Возьмем Ромагуна, Ваньку, Лео, Донни и... А давай попробуем, знаешь, что сделать? Вот так вот. Все четыре брата и... А Сплинтер у нас, по-моему, слабенький, да? Прикинь, вот такой вот командой. Чисто. Четыре черепашки и учитель Сплинтер. Лишь бы Сплинтер сейчас у меня не получил по первое число. А то будет тебе эксперимент. Так, ну что, Лео, я надеюсь... Так, ну Майки, естественно, Майки ходит. Правильно, Рафаэль. Так, ему Сплинтер, молодец, красавчик. Ну-ка, вертушка от Леонардо. Не упали. Пока. Но мы можем сделать вот так вот. Изи. Слушай, прикольная команда получилась. Четыре черепашки и Сплинтер. Еще Эйприл сбоку поставить было бы вообще идеально. Ну что, здесь мы с тобой прошли, забираем награду. И дальше идем. Подожди-ка, что нам нужно? Поднять уровень персонажа и в боях сразиться. Ну что, в поединках мы будем с тобой по-прежнему прокачивать нашего Макмана. Где он там спрятался-то? Не понял. Так, опять у меня невнимательность, да? Вот он, родной. Куда же ты спрятался-то от нас? До шестой ступени нам... Ой-ой-ой, сколько мутагена нужно? Так, ну тогда давай попробуем найти очки для него. Всего лишь две штуки надо, да? 3D очков. Одни нашли. Так, вторые нужно. Да какой там сотовый телефон? Зачем нам сотовый телефон? Я не понимаю. Че, черепашки будут звонить куда-то или что? Вот, отлично. Так, сотовый, подожди. И 8 ящиков с инструментами. Ну, ящики должны легко нам выпасть здесь. Один ящик есть. Давай второй. Нет, нам выпадают всякие комиксы. Так, второй. Третий. Четвертый. Пятый. Пятый, говорю. Шестой. Седьмой и последний ящик находим. Все, отлично. Так, друзья, мы эти задания выполнили. Теперь, естественно, нам нужно с тобой заработать много-много мутагена. Так, в испытаниях у нас Усаги против мощи. Ну, естественно, я это проходить не буду. Все у нас это есть, все это прокачано. Платиновая тоже, наверное, пока. Хотя, подожди, платиновая. Давай-ка глянем. Твою-то растудыть. Ты посмотри, я не знаю, ребят, здесь вряд ли мы... Ну, первый поединок еще можно, конечно, повоевать. Первый вот этот вот. Опять же, не без потерь. Но дальше нам делать, к сожалению, нечего. Так, ну-ка давай попробуем обычными атаками. Так, минус мелкий крэнк. А зачем я так сделал? Можно же было бы суперударом бомбануть. Так, стрела зад. Видишь как? Именно по паукусу бомбит. А, он еще себе защиту поставил, прикинь? Дополнительную. Не, ну так дело не пойдет. Баньки, правильно, Шреддер. Так, ну а здесь у нас дроны боевые. Сделаем паутинку. Так, меткость понизили практически всем. Я, наверное, сделаю вот так вот провокацию. Суперудар не будем делать пока. Так, так, тихо, парень. У нас хила нету, да? У нас есть только Шреддер. И все. Блин, а Донни-то что так страдает вот этот? Я не могу понять. Это сейчас два брата-акробата выйдут. И я боюсь, мы не успеем. Донни получит звездюлей, скорее всего. Ну все. Хорош выпендриваться-то здесь. Это Гранитор и кто у нас? И Трек, да? Это вот они два брата. Они здесь именно вот так вот показаны. Ну-ка... На тебе, ну это разве удар? Ну что это? Ну смех на палке. Давай кувалдой. Бум. Серьезно? О, вот паук, я понимаю, ребята. Жучил. Ну-ка добьем его. Так, а этот-то сейчас как бомбанет. Слава богу, не попал. На тебе. Так, Крэнк. Ой, Шреддер, будь добр. Ушатай его, все.
Ну, я тебе еще раз говорю, что вот этот поединок с горем пополам мы прошли. На следующий я даже не буду суваться, так как в любом случае мы кого-нибудь потеряем. Снаряжение, мощь. Давай вот здесь вот попробуем. Нет. Или да. В принципе, нам нужен этот орнамент. Вот этот вот. Заодно тут можно и жетоны получить. Так, ноутбук. Фонарик. 4 доллара. 30 жетонов. Опять жетоны. 2 серебряных осколка. Опять жетоны. Ага, вот, ребята, и снаряжение эксперт мы получили. В принципе, все. И у нас как раз сыр закончился, прикинь, как круто. Тютелька в тютельку. Так, ребят, это я прошел. Я уже все здесь собрал, поэтому мы идем прямиком на арену. Кто-то говорил: Рэй, зайди в 7-ю главу и победи последнего босса. Друзья мои, я же прошел полностью это событие. Полностью. Я не могу понять, зачем еще мне его распроходить. Если я сейчас зайду, я его ушатаю, этого последнего босяцкого, так как у меня прокачаны бойцы очень сильно. В тот момент, когда я в первый раз его проходил своими непрокачанными бойцами, там было, конечно, сложно. Ну а сейчас я его просто разорву, и я не вижу в этом смысла. Так, ребят, ладно, не будем отвлекаться. У нас, смотри, какие бойцы. 55-56 уровень. Мы с тобой, кстати, на лиге сёгунов. По-моему, 2 звезды, если не ошибаюсь. И нам нужно сегодня что? Суббота уже? Ты в курсе, что нам нужно бустовать? Причем как оголделые. Потому что суббота, воскресенье и уже понедельник не за горами. А мы еще с тобой даже не в лиге мастеров. Вот такие вот петрушки. Так что давай наяривать. Друзья, все, я не могу, я потерялся во времени. У меня теперь, я, прикинь, вчера лег в 12 часов дня и сегодня проснулся в 2 часа ночи. И все, и хоть ты что делай, я не могу уснуть. Я не знаю, что делать. У меня весь день просто в спячке, а ночью я ничего не делаю, только сижу за компом. Прикинь, это трэш. Вот только недавно восстановил себе, все было нормально, как говорится, днем сидел, а ночью спал, и все, ребят, покатилось все коту под хвост. Я не могу ничего поиграть. Elden Ring, который уже вышел 3 дня назад, я к нему даже приступить не могу, потому что прохожу Горизонт. Понимаешь? Трындец. А хвататься за 2 проекта, я считаю, как бы, ну, это не очень круто, потому что ты будешь и туда, и сюда. Плюс еще не забывай, что у нас здесь игры на этом канале. Плюс канал про гоночки, там тоже надо что-то выпускать. И на консоли ПК. То есть не разорваться. А ночь, если честно, вот ночь почему-то она быстрее пролетает, чем день. Днем как-то ты много чего успеваешь сделать, какие-то дела. А ночью нет. Ты сел, что-то хоп-хоп-хоп, и уже время все, ребят. Уже как бы смотришь в окно, светло во всю. Уже спать пора. Ты понимаешь, да? Так что я не знаю, как сделать. Может быть, сегодня до 5-6 утра посидеть, до баньки лечь, попытаться. Да фиг ты там уснешь. Я говорю, я в 2 часа дня-то еле уснул. Так, вот зачем я это сделал сейчас? Это опасно, ребят. Вот то, что я сейчас экспериментирую, это полный бред. Это хорошо, что Бибоп начал ерундой страдать. Сейчас бы мне влупил бы здесь по первое число бы. Вот было бы великолепно. Ну что, второй поединок отлично мы с тобой сыграли. Точнее, даже не второй, фиг знает какой. Ладно, нам нужно с тобой в Лигу Сёгунов 3 звезды однозначно попадать. Смотри, как тяжко мы идем. А знаешь почему? Потому что все ниши уже заняты. И, соответственно, нам приходится через вот это все прорываться. А сегодня по планам я очень много чего хотел поиграть, но вряд ли я успею. Вы писали в Hill Climb Racing второй части, там что-то я не успею сезон. Скорее всего, ребята, я не успею. Потому что сейчас вот черепашки хотел сыграть, потом в Олухи. Ну, я имею в виду драконы, всадники Олухов. Потом в Горизонт, а в Горизонт там не обойдется часиком другим, там 3-4 часа как минимум. Тем более я сейчас не иду по основному сюжету. Я сейчас больше делаю акцент на дополнительные миссии. За кадром я уже прошел, наверное, побочек 10. Там, кстати, очень прикольная история, ребята, развивается. Вот когда ты идешь не по сюжетке по основной, а именно вот левые задания, да, косвенные. Там довольно прикольная история. Поэтому я не знаю вот этих вот ребят, которые пробегают там за сутки игру. Это, знаешь, это можно также
я даже не знаю, посмотреть финальный ролик и все, ребят, и сказать, что я прошел игру. Фигня это все полная. Как для меня, фигня полная. Надо проходить действительно, чтобы, ну, понять суть, сюжет. Разрабы, ты думаешь, так просто для красоты все это делают, да? Чтобы ты это бегал в это. Нет, конечно, они разбавляют контент. Они разбавляют свою игру именно интересными всякими событиями, которые действительно очень круто проходить. Но если это все снимать именно на видос, ребят, там получится серии не 20-25, а все 40-45. Это касается и Dying Light. Помнишь, когда вторую часть мы играли? Там тоже, если проходить по основной сюжетке, она очень быстро проходится. Но если заглядывать в разные сюжетные отвороточки, игра становится дольше, длиннее. Многие просто не выдерживают прохождения долгих игр. Они смотрят, знаешь, типа, слишком много воды, нифига подобного. Мне наоборот нравится. В Elden Ring, ты попробуй сейчас вот пройти просто по основной сюжетке. Мне кажется, ты не пройдешь. Потому что обязательно нужно идти в подземелье, обязательно нужно прокачиваться, получать новые шмотки. Ты по основной сюжетке этого не добьешься. Я просто там взгреют. Нет, ну будут какие-то обязательно спидранеры, которые в конце концов будут проходить эту игру не за там неделю, а за там часы считанные. Но опять же, это как и Секира, помнишь, там вначале проходили ребята очень долго, а потом за сколько-то часов ее можно было бы пройти. Опять же, с помощью определенных багов, лагов и тому подобное. Так, ну что, пока мы с тобой идем, все замечательно, никаких проблем, в принципе, нету. Армагон справляется со своей поставленной задачей напрямую. То есть он разбирает всех, и мы с тобой двигаемся прямиком, быстренько, к Лиге Мастеров. Ну, как быстренько, я не могу сказать, быстренько. Все-таки топчемся на месте. Сегодня хотел вот перед черепашками поиграть, ребята, в растение против зомби-героя. И вроде бы все так хорошо шло. Начал выигрывать, уже практически 43 или 44 ранг уже набил. И как не фартануло, как меня начали там разбирать. Ё-моё, я даже не стал выкладывать этот ролик. Там такой разнос пошел мне. Я за кого только не пытался. И за гриб, и за орех хил поиграть. И вообще новые какие-то экспериментальные колоды. Ничего не помогает. Так вообще не путай. Народ перед концом сезона просто активировался. Так люто бомбит. Через, по-моему, через 2 дня или через 3 дня, 18 часов, ребят, там заканчивается сезон. И мы будем получать награду, потому что мы находимся в данный момент 42 или 43 место у нас в лиге. То есть мы не топовые, да, как говорится, но и не слабенькие. То есть это 10, чтобы получить топовое место, да, это нужно быть в 50-й лиге. У нас 42-я. Дальше, конечно, можно все это попасть в 50, но, ребята, это нужно просто в этой игре жить. Если бы у меня были бы легендарные карты, бы офигенные, нужные, и мне кажется, я бы мог бы создать нормальную колоду и так же рвать, как и все остальные, но пока этого нету. Ну ничего, через 2 дня мы с тобой получим паки, вскроем, надеюсь, там выпадет нам какая-нибудь еще легенда. Так, давай-ка мы дальше делаем Шреддера, возьмем и... Слушай, мне кажется, мы с тобой до Лиги Мастеров-то дойдем. Но только до первой звездочки. До второй мы даже не дойдем. За 2 дня нужно будет как-то ускориться. В принципе, да? Так, тихо, тихо, тихо. Лео. Ух, хорошо, что он Шреддера начал атаковать. Так, меткость мы ему понизили. Люком ему сейчас по башке еще дадим. Бум, мимо. А так, есть. Леонардо победил Леонардо. Отлично. Так, ну что, во всадниках Олуха сегодня должны быть, по-моему, два события должны открыться. Потому что вчера я заходил, там было написано через 19 часов. Ну, из расчета того, что мы проспали фиг знает сколько, да? Он уже должен, наверное, быть активным. Зайдем, посмотрим. Так, ну что, беру опять же Шреддера. Раз, два, три, четыре. Помимо того, что мы здесь сейчас с тобой проходим лигу, естественно, мы еще копим мутаген. Мутаген нам нужен для Макмана, чтобы прокачать ему 2 скилла. Но на уровень, наверное, не хватит все-таки нам, чтобы уровень ему поднять. Так. Не понял. А, слышь, от постепенки умер. Ну и все тогда. Кстати, уже Супер Шреддер не справляется. Ты видишь, он уже не успевает добивать всю команду. Поэтому, скорее всего,
А нам придется брать ему кого-то в помощь. Какое место? 22-е. Ё-моё, как медленно мы двигаемся, ребят. А виной все тому, что мы не играли, точнее, я не играл 2 дня. 2 дня, друзья мои, не играл, и вот итог. Ну что, давай тогда возьмем, наверное, Шредера. Плюс я возьму Усаги здесь. И вот эту вот командочку. Ну, почему я взял Усаги? Чтобы лишний билетик не тратить, лишний откат. Потому что Усаги у нас и так был в свободном доступе. Поехали. Прекрасно. Ну, а Супер Шредеру только остается лишь добить. Причем добить ему здесь вообще на изи. Так как у наших противников меньше половины же хп остается. Ну что, 11-е или какое? 10-е. Ну вот сейчас получается у нас последний поединок, и мы перейдем уже в Лигу Мастеров. Обалдеть, радости полные трусы. Мы с тобой переходим в Лигу Мастеров. Мы уже там были. Но нас скинули оттуда. Нас оттуда скинули аж до Лиги Сёгунов 2 звездочки. Обалдеть. Но я тебе скажу, на самом деле это еще не самый максимальный сброс. Я помню, как-то не зашел в игру 2 дня, и меня скинули до самураев. И вот когда я с самураев до мастеров добирался, вот это был трэш. Это было очень долго и нудно. Я там потратил, по-моему, около 47 откатов. Да, вроде где-то у меня такой видосик был. Да это и не впервой. Так, ну что, ребят, наконец-то я добрался до Лиги Мастеров. Давай хотя бы приблизимся чуть-чуть к Лиге Мастеров 2 звезды. Ну, чтобы вообще не быть профаном полным. Так, я не буду, наверное, сейчас брать Лео. Я возьму, наверное, Шредера. 1, 2, 3, 4. Вот такую команду. Своими силами сейчас попробуем здесь отбиться. А хотя, что тут пробовать? Шредер сейчас сделает суперудар. Остальным просто надо будет добить. Тем более у нас здесь Рокзар, Донни. Смотри, хоп, минус. И вот здесь вот так вот сделаем. Тут легко. Блин, что же у него там за сердце-то такое, ребята, торчит из груди? В мультике было такое? Напишите в комментариях. Почему он за счет этого сердца всех хиляет? Свое сердце, чтобы там разбрасывать, я не пойму. Так, ладно, давай посмотрим, сейчас 16-23 дадут. Наверное, вряд ли. Ладно, не дают. Ну что, Шредер, выходи. Возьмем с тобой, наверное, Рафаэля Бакстера Стокмана и вот этих вот Змейковину вместе с Паукусом. Сейчас кто-то упадет. Морозилка упала, да, у нас. Нате вам. Нифига себе, Паукус просто взял и добил. Неожиданно для меня это было. Так, с 85-го места мы поднимаемся на 73-й. То есть 12 ступенек пролетели. Почему вы не даете мне 16-23? Скажите мне на милость, а? Вот, 17-23, отлично. Берем с собой Супер Шредера. Так, так, так. И вот так. А дальше уже придется брать по откатам. Супер Шредер плюс Лео или Армагон. И остальных, кого мы там с тобой еще не успели доиграть. Прекрасно, давай, Шредер. Так, Бибоп, ты че, я не понял, ну-ка падай. Крис Брэдфорд сделал ему удар кибодачи, и ничего не получилось. Зашибись. Мы хоть до 50-го места-то сегодня доберемся, эй. Ребятушки, давайте мне 17-23, вот что вы опять за свое, а? Там даже, да, 17-23. Так, ну что, Шредера забираем. Забираем также, наверное, Армагона и... 1, 2, 3. То есть еще 4 поединка. Еще 4 поединка, но, в принципе, можно добраться до Лиги Мастеров 2 звезды. Или хотя бы приблизиться очень-очень сильно. Сейчас мы посмотрим, сколько у нас здесь будет. Если мы уже полтишок здесь возьмем, даже где-то 40, то это будет хорошо. Но 40-то, конечно, я перегнул палку. Полтишок, наверное.
Да, 51. То есть это, грубо говоря, еще 5 поединков. Ну да, мы приблизимся к лиге мастеров 2 звезды. Просто приблизимся, но не возьмем. А еще вот такими темпами, когда они мне не дают 17-23, так мы вообще ничего не сделаем, эй. Так, ну что, опять же берем Супер Шреддера. Опять же я возьму, наверное, Леонардо. Раз, два, три. Все, поехали. Так, тут Майки. А, тут два Микеланджело. Надо кого-то из них, а может даже двоих уронить. Упс, не упали. Причем, смотри, у инициативы у Майки вот у этого почему-то слабенькая. Хотя он 71 уровня. Обычно Микеланджело, он как бы рвется в бой. Или он на 78-м уже переплевывает у меня Супер Шреддера. Вот не помню, если честно. Так, ну слушай, по десятке за бой мы с тобой берем. То есть, как бы, если где-то мы возьмем с тобой пятнашку. Да что ты не даешь-то мне, ну. Ну серьезно, ребят, уже вот начинает вот это вот подбешивать. Вот, тихо. Но здесь Майки. Здесь Майки противный этот, а. Да что. Что ты делаешь-то? Так, я попробую, конечно, сейчас их наказать. Раз, два, три. Вот, если этого Майки мы уложим, Шреддер сейчас, если его с удара-то вряд ли вынесет. Но если на нем постепенка будет, то, возможно, отдуплится, сейчас посмотрим. Есть. Ему крышка. Все, а если бы на нем, ребята, не было бы постепенного урона, он бы 100% бы начал бы отхиливать команду. Потом бы Леонардо бы, естественно, не смог бы добить. И начали бы они у нас тут крошить всех. Слушай, ну да, по десятке 29-й ранг. То есть, получается, 3 поединка нам еще нужно сыграть. Но на 3 поединка не хватит у нас бойцов. К сожалению. К сожалению, нам не хватит. Раз, два, три. Да, у нас с тобой один поединок еще впереди и все. И то нам придется одного кого-то откат делать. Ну что, погнали. Шреддер, давай, наяривай, как всегда. Отлично. Так, Леонардо, добивай. Все. Сейчас придется нам потратить с тобой аж целых 3 отката. Место какое? 19-е? 17-е. Ну, я был прав. Чуть-чуть нам не хватит. Чуточку просто, вообще капелек. Жаль, жаль, конечно. Но ничего страшного, ребята. Если мы, точнее я, войду опять же в режим свой сонный, нормальный, то все это будет легко и просто выровнять эту ситуацию. Но как выровнять, я не знаю. Спать не хочу, я ни в одном глазу, понимаешь? Ни в одном глазу. А заставлять себя, я просто прекрасно знаю, что такое заставлять себя. Лежишь, закрыл глаза и пытаешься уснуть, а у тебя не получается. И ты вот так вот час, два, три, четыре, пять. Потом встаешь и думаешь, ну что это было? Просто впустую потратил время. И не поспал, и ничего не поделал, да? Так что люблю спать, когда именно хочется. Ну что, ребята, 6-й ранг, в принципе, все. А больше мы с тобой здесь ничего сделать не сможем, к сожалению. Вот это вот надо распылять. Потому что они стоят как-то не так, как нужно мне, если честно. Не в той последовательности. Так, поднять уровень персонажа. Так, у нас с тобой 30 тысяч мутагена. Слушай, а подожди, а сколько стоит Макман по прокачке? Ладно, уж уговорил. Ну что, друзья мои, тратим. 6-я ступень. Отлично. И здесь тоже прокачиваем до 3-й ступени. Ну что, Макман, я смотрю, ты у нас подрастаешь потихонечку. А я в любом случае не прокачал бы 6-й уровень, не подняв ему 70-й уровень. Так что, ребята, все сделано отлично. 135 у нас с тобой платиновых осколков. Получим еще 75. Это будет 200, сколько там, 210 получается, да? И 75 и 75, 140. Блин, еще 3 недели надо. 3 недели, ребят. За 2 не управимся, к сожалению. Ну что, вроде бы как и все. Все, что я хотел, я сегодня сделал. Еще, наверное, одна серия перед обновлением у нас выйдет, наверное, завтра, в воскресенье или в понедельник. Ну, чтобы, так сказать, проверить, все ли у нас на месте, не сбросили ли нас там
с топового места. Нам еще нужно до него подняться, естественно. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.